фильм Гая Солсби. Здравствуйте. Вы позвонили Дэвиду. Пожалуйста, представьтесь и оставьте сообщение. Прошу. Я не видел его. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Небесное, да свершится оно и на земле. Хлеб наш насущный дай нам. Аминь. Царство Божье. Нельзя вот так уходить. Понимаешь? Держите.
Идем. Стой тут. Не уходи. Где туалет? И вот еще. Присмотри за ней. Спасибо. Гуляешь с отцом? Ты сволочь! Сколько можно? Сними это с меня! Сними эту цепь! Сколько можно? Сколько? У тебя дар. Прими его. Просто убей меня! Убей! Не сейчас. Я чувствую! Здравствуй, Алекс. Относись к нему с уважением. Стоит ли напоминать о важности твоих поисков? Нужно время, и ему помогли. Да, так и есть. Он умный и малый, но прячется с девчонкой. Не подозрительно? Это просто отец с дочерью. Что здесь такого? Позволь мне рассказать историю о человеке, что был верен и надежен. Но нашептывания в уши слабых наполнили его карманы золотом. Жадность росла и заставила его выполнять приказ моего отца. Но он не слаб. Он скорее пострадает или умрет, чем отдаст ее. И пострадает, а потом умрет.
Элла, иди сюда. Нашла нас. Как ты нашла нас? Как ты нашла нас? Алло? Есть кто? Эй! Поможете? Покойный сын. Как он умер? Рано, вот как. Что произошло? Ты не поверишь. Это твоя дочь. Это твоя дочь. Нет. И чья же? Чья-то? С таким лицом от вопросов не отвертишься. Может, в полицию позвонить? Нет. Только хуже станет. Они помогли бы? Нет! Я хочу понять. В Бога веришь? Уже нет.
прятки играете? Вроде того. Ты не знаешь, кто я, да? Могу угадать. А какого черта священник сейчас делает здесь? Могу то же самое спросить. Ты одинокий пастух, Джек. С одним агнцем. Ты даже не знаешь, почему тебя сюда послали. Ты пес. Слуга. Как и ты. Только хозяин другой. Ты далеко не как я! Не как я! Она важна. Ты нет. Кто теперь важный? Ты просто так не уйдешь. Священник и девчонка. Сюжет для книжек. Мы долго шли. С этим пройдете дольше. Скажи, чтоб повернул туда. Давай! Сколько еще из-за нее умрут? Сколько потребуется? Бежим! Давай. Всех не убьешь, Джек. Могу убить тебя. Но не хочешь. Ты раб Божий.
И он перенес меня в пустыню, где была женщина, сидящая на звере багряном, с 7 головами и 10 рогами. Она была одета в пурпурное, алое, сверкающее золото, драгоценные камни и жемчуг. Держа в руке золотую чашу, полную мерзости, я видел, как она пьет кровь святых и кровь мучеников Иисуса. Мне жаль. Прости меня. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевела Гузель Аюпова. Роли озвучили Артем Бахтин, Роман Андронов, Кирилл Патрино и Михаил Полежаев.